Здравствуйте! Вы смотрите программу «Я просто спросите». Я ее ведущая Ксения Дегтярева. Сегодня мы находимся в гостях у артиста Курского драматического театра Дмитрия Баркалова. На сцене он уже почти 12 лет. За что ему полюбилась профессия и есть ли в ней минусы, мы с вами сейчас узнаем. Дмитрий, здравствуйте. Хочется сразу начать со слов нашего земляка. Нет маленьких ролей, есть маленькие актеры. А расскажите, какой была ваша первая роль? Ну, учитывая то, что мы учились в Курском колледже культуры и нашим мастером, ну, для меня и он лично остается народный артист России, художественный руководитель нашего театра Юрий Валерьевич Буре. На тот момент мы были студентами второго курса, и он ставил спектакль «Традиционный сбор» по пьесе Виктора Розова. И занял нас, будучи на втором курсе, мы уже работали в спектакле как артисты массовых сцен. Там что-то вроде было дискотеки, и мы создавали впечатление того, что там очень весело, здорово, и пытались наполнить это молодежной энергией. А затем, спустя два года, уволился артист из нашего театра, и я попал уже в другом качестве в этот спектакль на роль Тимофея Пухова, это сын главного героя. Там было несколько эпизодов, но эта роль, я считаю, именно эту роль, первой в своей театральной карьере, так сказать. Мне кажется, что именно эта профессия, она самая сложная. Объясню, почему. У нас можно поставить стоп, перезаписать потом, ну, если, конечно, это не прямой эфир. У вас же, если ты выходишь на сцену, неважно, что произошло, стало плохо, заболел, там дома какие-то проблемы, можно все равно отыграть свою роль. А были ли какие-то, может быть, самые сложные ситуации, как вы из них выходили? У каждого рецепт свой, как он выходит из этого. У меня достаточно все просто. Я стараюсь просто погружаться в атмосферу спектакля, в атмосферу коллег, потому что если у меня что-то темное и плохое на душе, то, безусловно, ребята начинают как-то разговаривать, шутить, и ты в этой обстановке начинаешь вариться, и тебе немного становится легче на протяжении, по крайней мере, этих нескольких часов, пока ты здесь в театре. А уже переходя порог в обратную сторону, если там не все спокойно, то да, уже все это возвращается. Так, ну атмосфера, это, конечно, все прекрасно. Да. У нас организм все-таки непредсказуемый. У меня бывают такие истории, когда те, кто любит свою профессию, они в нее погружаются полностью. Да, к сожалению, конечно. Иногда забывают о каких-то обычных потребностях человеческих, там, поесть. И бывает, когда я записываю интервью сижу с человеком, тишина, и меня урчит живот. Они: ой, девушка, вы, наверное, не покушали, да. То есть я уже к этим моментам привыкла. Но бывают же более серьезные ситуации. Например, может быть, стать плохо на сцене. У вас были такие случаи, когда это не зависит от тебя, оставляешь ты что-то за пределы? Не оставляешь, тебе стало плохо. Безусловно, но конкретно мне на спектакле случилось однажды. Это был далекий 2014 год. С этим ничего тоже нельзя было поделать. Это был очень сильный скачок давления. Но я, к сожалению, очень плохо помню этот спектакль. Но мне сказали, что я все доиграл, все сделал. Но в тот момент только нашатырь за кулисами спасает. За кулисами. Ну, конечно, ты уходишь со сцены, тебе дают нашатырь, ты быстро включаешься, и, проводя сцену, после этого снова заходишь за кулисы, тебе дают нашатырь, это как своего рода импульс какой-то. Какие роли играете сейчас? Какие спектакли задействованы? Ну, из 20 с чем-то названий, я не помню уже точно, в репертуаре моих там 10. Вот, из самых, наверное, таких больших, это, конечно же, «Горе от ума», недавняя премьера «Старший сын», наш уже полюбившийся многим спектакль «Женитьба Бальзаминова», на малой сцене «Альпийская баллада. Квадратура круга». И там уже, ну, опять-таки, не бывает маленьких ролей, маленькие актеры бывают. И там занятость в спектаклях таких, как «Дориан Грей», «Семейный портрет с посторонним», ну и так далее, и так далее. Всего, в общем, в общей сложности 10 спектаклей. Репетиции как часто у вас? Вот сейчас мы готовимся к новогодней кампании. У нас на выпуске, ну как на выпуске, на восстановлении спектакль «Щелкунчик». Он у нас когда-то шел, но в связи с пандемийными делами заморозился. И вот сейчас, в преддверии Нового года, его решили восстановить. Занимается восстановлением заслуженная артистка России, актриса нашего театра Лена Викторовна Гордеева. И мы сейчас уже вот уходим в прогоны. Сегодня еще
еще будут несколько прогонов, и остаются считанные дни для старта самой такой интересной и веселой для нас пары артистов, когда тебе звонят и предлагают главную роль в фильме, а ты говоришь: не могу, у меня новогодние сказки. Как девушка еще не могу спросить, а декрет бывает у... У артистов? Да. Но благодаря нашему законодательству теперь это возможно. А в остальном, конечно же, если у нас есть семейные пары, которые работают или в одной сфере, как вот у меня моя супруга работает в театре, служит в театре кукол, есть у нас и семейные пары, которые непосредственно здесь служат. И чаще всего, конечно, уходит девушка. Так вот, как это... Вот про девушку как раз и хотела же спросить. Ну, живот там виден. У нас актрисы, благодаря тому, что в наших цехах работают тоже девушки и женщины, они умудряются сделать так, что зрители практически никаким образом не могут понять, что в платье находится уже не один человек, а двое. Серьезно, прям были случаи, когда... Конечно. У нас были, ну как были, они сейчас есть, актрисы, которые, будучи на 7-м, на 6-м месяце беременности, выходили на сцену, и все это было очень легко и непринужденно, и зритель не замечал ничего и не говорили, потому что, я же говорю, вот как-то у вас получается это. И очень было интересно наблюдать за реакцией зрителей, которые никто не понял, что в итоге эта девушка уже не одна. Ну, я в театре бываю только в качестве зрителя, и я не могла не попроситься к вам в гримерку. Хочу посмотреть, как проходят сборы. Ну что ж, если вам так интересно, то приглашаю вас в нашу грим-уборную, где мы живем. Да, на мне костюм. Это трансляция. Это чтобы вы не опоздали, снимаем. Получается, конечно. Прям на реплику, очень круто. А что это за звук был? Это трансляция. С помощью нее, во-первых, мы слышим, что идет на сцене, потому что иногда до твоего выхода определенное количество времени, долго, и чтобы не находиться за кулисами, а повторить текст или хотя бы отдохнуть, у нас есть трансляция, по которой нас может вызвать помощник режиссера, и мы сами слышим реплики партнеров. Ну, так удобно, грубо говоря. Я не знала. И нам дают звонки по трансляции, там, сколько минут до спектакля остается, первый звонок, второй, третий и, собственно говоря, выход на сцену. Вот сегодня репетиционный процесс, сегодня будут тоже звонки, и на мне костюм одного из персонажей сказки «Щелкунчик». Вы думаете, что Щелкунчик – это главный персонаж сказки? Вы, конечно же, правы, но все равно наша инсценировка подразумевает еще количество персонажей определенное, и два... А вот и Людмила Евгеньевна. Все в порядке, Людмила Евгеньевна. Просто надо было. Что вы хотите? А, квадратуру принесли, да? Вот еще один костюм, кстати, мы принесли. Это Людмила Евгеньевна, работница нашего театра, нашего цеха. Спасибо, Людмила Евгеньевна. Сейчас мы буквально, да, хорошо? 3 минуты. Вот. Сегодня еще один спектакль, то есть репетиция, вечером спектакль, квадратура круга. Так вот, возвращаемся к костюму. Моего персонажа зовут Франц, он очень избалованный ребенок, антипод своей сестры, потому что сестра Мари очень хорошая, добрая девушка, которая верит в чудеса, в волшебство. Все, и вся эта история со Щелкунчиком происходит под Рождество. И, конечно же, вас ждет, ну, на мой взгляд, это одна из красивейших постановок нашего театра, и новогоднее настроение только обеспечена как призыв, но и как картинка, и как атмосфера, которую мы создаем. В плюс костюмы, потому что они очень подробные, и цвета подобраны как раз-таки в стилистике. Плюс мы не выбиваемся из канвы спектакля, а наоборот. Ух ты, ух ты, ух ты. Да, это будет, да. Так вот, мы не выбиваемся из канвы спектакля, а наоборот, как бы, привносим огромное количество вот таких вот положительных эмоций. Мой персонаж, еще раз говорю, очень избалованный ребенок, капризный, но, как в хорошей сказке, с хорошим хэппи-эндом и концом, он в конце исправляется. Ты мыла, мама! Ну что ты такое говоришь? Правда. Ты ничего такого?
Самые смешные моменты, которые у вас происходили во время спектакля? Да. Вспоминая одну из первых работ «Традиционный сбор», где я играл сына главного героя, у нас там были несколько сцен, и в том числе одна сцена, где мы работали в паре с одной актрисой. Надо сказать, что почему-то в те годы, ну, это было достаточно, это 2009 год как раз, спектакли пошли, репетиции уже закончились, и пошел непосредственно спектакль, я еще был студентом. И так как мы лазили где попадя, у меня есть такая особенность, иногда выскакивает герпес на губах. И, видимо, в тот момент, еще и вдобавок, наверное, может быть, не знаю, какая-нибудь инфекция, даже не инфекция, может, вирусня какая-то, я не знаю. В общем, меня обнесло так, то есть у меня и нижняя губа, и верхняя были, ну, просто, где-то вот так, вот такое было, вот так. Это все вздулось, и у меня играть спектакль. И вот уже непосредственно, там у нас была сцена поцелуя, собственно говоря, с актрисой. Она меня не видела до, потому что она уже работала, служила в театре, а я непосредственно только, ну, еще студент. Мы особо не пересекались, у нас были свои гримерки. Вот, и в тот момент, когда дело доходит до поцелуя, сцена у нас парная, и когда она начинает приближаться ко мне, видит вот эту всю красоту, естественно, загримированную, она так тихонечко мне говорит: «Не вздумай прикасаться». И получается, мы так на расстоянии сантиметров трех так постояли, плавненько. То есть вы сымитировали поцелуй? Конечно. Я даже не... Она просто сказала: «Не вздумай прикасаться». Ну, есть такое. Кто-то верит в это, что герпес все равно там прикосновением или каким-то там через поцелуй передается. Но в тот момент именно это было произнесено, что не прикасайся. Так, поцелуй меня очень интересует. Так. Как можно целовать человека, которого ты не любишь? Ну, я могу сказать, что очень... Давайте, ваш первый поцелуй на сцене. Мой первый поцелуй на сцене как раз состоялся в спектакле «Традиционный сбор» с актрисой. И для меня это было... Я был студентом, она уже работала довольно-таки приличное количество времени. И в тот момент... Я не знал, что делать, если честно. Там все, уже спектакль. То есть на репетициях там, да, мы так чуть-чуть общались. А вот когда спектакль, я реально тоже вот минут за пять до сцены я думал, что же будет, что, как это будет. Я про себя, наверное, думал: ну, если поцелует, то я тоже поцелую. А если нет, то и я нет. Вот, наверное, такие моменты были. А там прям по-настоящему целуют? Ну, да. Но мы скорее... Там можно перекрыть как-то там корпусом, угу. Корпус поставить, во всяком случае. Но я почему-то думал вот так. И в итоге так и получилось, что мы просто коснулись губ и, ну, грубо говоря, там поцеловали друг друга сюда. И все. И получился такой поцелуй. А вообще артисты по-настоящему целуются? В зависимости от того, ну, скажем так, если необходимо, чтобы был откровенный поцелуй, грубо говоря, то да, там уже необходимо целоваться прям на глазах у публики. Если где-то допускается, что можно перекрыть корпусом и головой, то, безусловно, мы этим пользуемся, потому что, ну, лишний раз все равно это, ну, доставляет это волнение. То, что ты знаешь, что ты поцелуешь человека вот в уголок губы, и все, и как-то... А до этого все равно... Ну, мы профессионалы, в принципе, и есть моменты, безусловно, не все, которые мы должны соблюдать, но есть принципиальные вещи, там, ну, вот если необходим поцелуй, что это, ну, прям необходим, и ты понимаешь, как актер, исполнитель, и режиссер тебя обосновывает максимально понятно, то он допустим. Потому что это очень такая тонкая тема, на уровне «разделись вы бы на сцене». Люди сделали бы? Я бы не разделся, нет. Это нет. Есть вещи, которые для меня недопустимы. Даже если мне обоснуют это каким-то невероятным образом, чтобы я был голый, рассекал по сцене. Хотя у нас есть спектакли, где действительно оправдано то, что человек спиной находится почти голый. «Соловьиная ночь», там люди купаются. Да. Я это понимаю. И там вот как раз-таки и света микшируется, и в принципе, да, ну, понятное дело, что это нормально. Но когда, понимаете, человек говорит: ты выходишь сознательно, голый, сознательно.
А этого нигде нет. Нет, раздеться ради раздеться, я понимаю. Раздеться ради раздеться. Нет, нет, если оправдано. Конечно, если оправдано, вот есть спектакль, где у меня оголяется полностью торс. И все это оправдано, и очень даже неплохо смотрится. Я не знаю, по фотографии. Скромность, мое второе имя. Нет, я имею в виду, что смотрится в качестве картинки, потому что, допустим, у автора этого нет. Мы придумали это непосредственно с партнером и с режиссером. Это такой ход. И он оправдан. Я это понимаю. Вот раздеться, как вы сказали правильно, ради раздеться, нет. Есть какая-то роль, которую вы пока только мечтаете сыграть? Есть роли, до каких хочется вырасти. Я бы, наверное, сказал так. Потому что как-то таким образом складывается, что каким-то невероятным способом мои мечты потихоньку вот осуществляются в театре. Там, когда-то я мечтал сыграть Хлестакова, я писал о нем доклады, я разбирал его очень так скрупулезно. И в итоге мне предстала возможность на конкурсе «Верю» актерского мастерства в далеком 2012-2013 году. Я его исполнил и с этим монологом победил в этом конкурсе. То есть мечта исполнилась. Потом когда-то я писал о Чацком очень много, когда студентом был. Я мечтал, это прям... Мне казалось, что эта роль прямо вот моя. И мне спустя некоторое время выпало счастье ее играть. До сих пор у нас идет спектакль. И сейчас мечтать о каких-то ролях... Ну, вообще, подарок судьбы, сама служба здесь. И, опять же, я мечтаю только дорасти до какой-то роли определенной. Вот мне хочется дорасти до князя Мышкина. Вот мне хочется прям дорасти. Я хочу найти в себе его какую-то невероятный свет и философию. Я мечтаю дорасти до чего-то очень несвойственного мне. Там, не знаю, вот в «Бесах» есть обалденный персонаж. Вот. Я мечтаю сыграть что-то такое мне неприсущее и уйти как можно дальше от себя. То есть мечты я не свожу к одной какой-то, касаемо вот театральной сферы. Я хочу попробовать себя вот в чем-то, в том, что мне не свойственно вообще. Вот если не театр, то где вы себя еще представляете? В данный момент или до? Работать. Нет, в данный момент, сейчас, вот если не театр... Наверное, я неплохо таки знаю уголовные кодексы, административные всякие ты штуки. Ты серьезно? Вы вернулись? Да, я бы вернулся. Мне это... Понимаете, есть такой момент... Я только сейчас понял, почему это меня очень тянуло, манило, потому что это часть романтика. Это вот бандиты, там есть. Ну, люди любят это. Да, вот я бы сказал так, что во мне это вот очень... Я это романтизировал. То есть вот это вот одинокий приход домой, уставший, слегка небритый сотрудник прокуратуры, Дмитрий. Вот в этом смысле я романтизировал вот эту всю картинку классную. Но при этом я понимаю, насколько это сложно, тяжело, насколько это рутинно, буднично и так далее. И меня это до сих пор где-то привлекает. Но не наличие структуры, власти, нет. Вот наличие вот таких вещей. Знаете, я когда-то наблюдал такую штуку, сидел тоже в учреждениях таких подобных. Естественно, не по статьям, а просто заходил к другу, да. Я видел, как одна бабушка до безумия, да просто до слез благодарила одного из сотрудников прокуратуры, который там что-то ей вернул или что-то помог. Все по закону, там, как положено. Я подумал, вот какое мерило вот этой работы, вот этой тоже службы? Какое мерило? И для меня мерилом, наверное, оказалась эта бабушка. Не всегда так будет. Я понимаю, что везде свои нюансы. Но вот этот момент... я романтик, черт побери. Есть, может быть, какая-то профессиональная деформация, потому что, когда, помню, ходила на курсы актерского мастерства, я потом сильно следила за реакциями людей. И у моей знакомой в какой-то момент умер дедушка. И я наблюдала, как она переживает. То есть меня почему-то... я прям была озадачена тем, что я хожу на курс актерского мастерства, и человек плачет, а я сижу и так наблюдаю, что с ней происходит, и как бы это вот можно было бы отыграть. Есть у вас такое? Но смотрите, Ксень, вы с точки зрения студента набирали признаки, а с точки зрения людей, которые служат непосредственно в театре, мы актеры, я вам скажу, что мы следим в основном за своими. Очень тяжело присвоить чужие эмоции, хотя
со временем, я тоже преподаю, и я буквально вчера, мы говорили о том, как присвоить чужие эмоции или работать в диапазоне другого человека. Это очень сложно. Поэтому все то, что происходит с нами, мы как записывающее устройство, каждое состояние души мы фиксируем. То есть деформация, мне кажется, происходит в том, что да, мы страшные моменты люди пытаются забыть, а мы их кладем на полочку и в нужный момент применяем, подкладывая под какое-то определенное действие. Для меня, наверное, это страшнее всего. Да и для людей, когда ты им рассказываешь, что вот у меня вот эмоции как на полке. Вот надо мне, чтобы я был максимально злой в ярости, я беру. Вы начинаете ковырять. Конечно, я начинаю ковырять и возвращать в эмоциональной памяти все, что у меня было, где я был таким, что я делал в тот момент, и начинаю проживать снова это. То есть мы как записывающее устройство это все фиксируем, и от этого не избавляемся. Даже вот мой зуб выдранный, он пойдет в копилку чего-либо и когда-нибудь будет применен, я просто в этом уверен. Где-то я это либо вставлю, где-то возникнет... Ну, прям настолько же мышечная память. Конечно. То есть все. Вот у меня тоже, к сожалению, очень давно умер дедушка. И я сейчас четко, посекундно помню, как это происходило. Эти 5 стадий принятия, потом, что я чувствовал. Я это все прекрасно помню, проживал. То есть, если, допустим, вот, случится спектакль, где я теряю какого-то очень дорогого мне человека, я знаю, как это происходит. И знаю, где-то мне фантазия поможет, где-то, но в основном это опыт. И каждый актер основывается на своем опыте, на своем багаже. Вот поэтому, мне кажется, это очень местами деформирует. Потому что вот модное слово сейчас «триггернуть» может все, что угодно. Вот самое простое, не знаю, это вот я смотрю фильм, и какая-то фраза, которая в меня попадает, и тут же всплывает эта ситуация, и у меня ответная реакция. То есть вот в этом смысле. Я говорю за себя, за остальных ребят не знаю, но знаю, что они тоже так же работают, откладывая в голове какие-то вещи, которые с ними происходят. Это жутко. Дмитрий, при всей моей симпатии к вам, надеюсь, что мы все-таки не увидим вас в правоохранительных органах. Знаете, как говорит Александр Сергеевич Вачунов, заслуженный артист России, актер нашего театра, жизнь – это жизнь, все может случиться. Но я тоже надеюсь, что я туда не попаду, потому что я понимаю, что на своем месте уходить отсюда не хочу, и тем более как-то менять свою жизнь настолько кардинально – нет, я не собираюсь. Возможно, даже, может быть, не органы, то преподавательская деятельность. Если не органы, вот, что, наверное, уже нет, а если не театр, то, наверное, преподавание, потому что я начал находить очень классных студентов для себя. Они как-то сами меня находят даже так. Мне очень нравится в этой сфере развиваться, потому что говорить о сложных вещах простым языком, и это очень круто, когда тебя люди взрослые с разным багажом слушают, понимают, но это не то, что ты нужен или там смотрите, я знаю. Нет, я делюсь, если это интересно, то я продолжаю работать. Если не интересно, люди уходят. Поэтому я могу сказать, что с каждым курсом, с каждым набором я вместе с ними расту как педагог и как личность. И для меня это невероятно важно, потому что даже вот какие-то минимальные успехи у ребят, которые пришли ко мне, они да, там зажатые, или у них огромное там много травм, много запретов, которые ставят себя. И потом я вижу, как в конце курса они выходят, и у них меняется взгляд. И для меня это маленькая победа, и я понимаю, что в этом мне хочется дальше вариться, кипеть, и это мне нравится. Только потому, что мы вместе с ним нашли, не из-за меня, нет, он пришел, он нашел, он победил себя. Вы не представляете, насколько это круто смотреть, как человек себя вытаскивает из того, куда он сам же себя загнал. Мне это невероятно ценно. Поэтому, если не органы и не театр, если не органы, то однозначно преподавательская деятельность. Мы все-таки надеемся, что и дальше будем наслаждаться вами. В качестве спасибо. Зрителя. Спасибо большое за приятную беседу и до свидания. А это была программа «Я просто спросить». Смотрите нас.